Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем все-таки с последствий. Вот то, о чем я только что упомянула. Как вот этот вот подрыв, взрыв может отразиться на контрнаступлении и вообще на расстановке сил на фронте сейчас? А, ну, в любом случае, вы же знаете, что ключевая ключевой элемент контрнаступления Украины, это как раз было разрушение любого, любых возможностей, транспортных или логистических возможностей снабжения российской группировки и сверху на севере, в Донецко-Луганской группировке и южной группировке на юге. И, конечно же, Крымский полуостров являлся одним из ключевых маршрутов поставки именно на южной направлении резервов, прежде всего вот сейчас как раз таки мобилизационные резервы должны были туда идти, ну и постоянное снабжение ракетами, крылатами, 300, снаряды разные калибров, и так далее. Все это массированно подвозилось через э, Крымский полуостров. Безусловно, все это будет ухудшаться, существенно ухудшаться, и вообще это будет провоцировать э, так называемое оперативное голодание российских группировок, и, соответственно, будет резко улучшать возможность поддавливать эти группировки на разных направлениях. Конечно, тактически э, картина на поле боя изменится. Изменится не буквально завтра, послезавтра, а это будет так называемый накопленный эффект, когда Армия будет иметь гораздо меньше ресурсов, особенно в оборонительном плане ресурсов. Это будет еще дополнительно оказывать деморализующий эффект на живую силу. И, соответственно, мы получим, конечно же, более перспективное наступление, контрнаступление украинских, украинской армии. Это одно из следствий вот этого, скажем так, эксцесса на Керченском мосту вчера. А какие еще следствия есть, если вы уже о них упоминаете? Ну, безусловно, их несколько следствий. Второе ключевое следствие – это дополнительное паническое настроение, рост панических настроений на оккупированных территориях. Мы сегодня, вот разведка уже сегодня с утра дает очень много данных нам о том, что и на Каховском направлении, и с Херсонского направления максимально вывозятся там по остаточным возможностям транспортом, вывозится семьи, вывозится имущество какое-то и так далее. То есть мы видим нарастающие панические настроения именно на, в частности, в данном случае на южном направлении. Это очень важно, потому что, в принципе, это идет привыкание к главному осознанию того, что эта территория россия, российская де-факто, но юридически это украинская территория, она будет освобождаться в рамках обычных боевых действий. Это одно из следствий. Второе следствие очень важное. Это вот сам эксцесс на Керченском мосту является, для нас является показательным проявлением того, что хаотизация во внутреннем и в ближнем окружении господина Путина нарастает. Нам кажется, что это проявление уже такие, скажем, не только информационные проявления, когда, например, военкоры атакуют Шойгу или Герасимова, а вот эти проявления, например, взрыв в данном случае, он говорит о том, что есть какой-то конфликт между силовыми структурами, которые выходят наружу и уже неуправляемый. Мы еще будем об этом сегодня много говорить в нашем эфире, о том, как отреагировали в том числе довольно лояльные Кремлю люди на взрыв моста. Но я у вас хочу спросить. Вообще вы рассматриваете, я имею в виду ВСУ, Украина, Крымский мост как цель для своих ударов? И вы, я помню, вчера говорили, что пока что у вас такой возможности атаковать Крымский мост нету, а когда она появится? Ну, безусловно, мы об этом и официально говорили, и партнеры наши об этом знают уже прекрасно, и тоже они об этом говорят, что все цели военные цели Российской Федерации на оккупированных территориях, включая полуостровцы, Крым являются абсолютно законными и в рамках международного права именно так и описываются это законные цели и у нас на это есть полный мандат уничтожать их военным способом и так далее. И мы рассматриваем Крымский, Крымский мост, ну вернее Керченский мост, именно как законную военную цель. Тут есть пару нюансов на сегодняшний день. Безусловно, недостаточность того объема оружия, которое у нас есть, имеется в виду дальности этого оружия. И кроме того, вот мы сейчас видим экспериментальным путем, это не наше действие, но безусловно мы видим, что этот мост на самом деле гораздо менее прочный, чем тот же Антоновский мост в Херсоне, да, который позволял обеспечивать херсонскую группировку надлежащим подвозом резерва и надлежащим подвозом амуниции. Так вот, Херсонский, Херсонский мост гораздо прочнее выглядит, нежели Керченский. Это, наверное, будет менять тактику отношения и к этому мосту, и в принципе к подобным объектам, которые имеют отношения к Российской Федерации к строительству, вернее, Российской Федерации. Спасибо большое, Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, был с нами на прямой связи.